Добрий ранок. Сьогодні 3 квітня, місто Київ, і сьогодні ввечері ми граємо у Харкові. До свидания, замечательный номер в Харькове. Харьков, до встречи осенью. Мы в славном городе Кировоград, где просто нереально необыкновенная сцена. Это именно тот день, который может стать последним. Вот хочешь как-то круто закончить жизнь, да, вот выступи здесь и просто убейся вниз головой, да, с гитарой. Как оно? Не, ну классно, классно. Правда, какой, второй или третий Ибис, это было тяжело. Все вместе приготовились! Whoa!
В них можно играть любую, у кого есть наличные. Нарешті ми приїхали до міста Кривий Ріг. Ми знаходимося в найцивілізованішому місці цього міста, взагалі нашої країни. Ну, Макдональдс. Там десь де є хоч якась стабільність, ага, але не на ціни. Ага. Бо зараз важко. В цілому погода дуже привітна, люди привітні і якось дуже добре все. Circle Pit такой, и просто заходит тело, такое уже невменяемое, на кепочку, как надо. С поводком, ну вместо поводка именно цепь сама такая, знаешь, потерая, с бульдогом таким. Просто вот так отпускает Circle Pit собаку. Собака начинает за всеми бегать. Не, ну для собаки, к счастью, потому что собака пару раз по щам получила и ушла оттуда. Странно. Собаку всерьез воспринимает. И потом так. Этот чувак просто выходит на сцену и просит, чтобы для... Верните собаку. Не, чтобы просто для Васи, в день дня рождения исполнили духа. Это... Отправляемся в город Житомир. Опять ты меня снимаешь? Да. Я снимаю, там она стоит. Все, да, начал съемку. Запечатляю, как я распишусь на месте. Santa's a-tripping with guilt.